не хотели бы разрушения украинского государства. Здесь многие говорят, что там Крым когда-то неправильно отошел к Украине, что это вот территория исконно там российская и так далее. Это неправильный подход. Ну, давайте тогда вернемся во времена хана Батыя, там, во времена монголо-татарского ига. Ну, тогда надо будет отдать Казахстану, Монголии и еще кому-то всю территорию практически России, Западной Европы, Восточной Европы, ну, кроме Беларуси. Они до нас как-то дошли, но нас не тронули. Поэтому, ну, что возвращаться к тому, что было? Перекраивать границы нельзя. Мы же приняли очень много нормативно-правовых международных актов, которые определяют стабильность границ, нерушимость границ. Нельзя. Поэтому в этой связи, и мы этому привержены, в этой связи мы не собираемся признавать кого бы то ни было, при том, слушайте, ну пока еще же это же не оформленное государство, не оформленные территории, там идет война, что же мы будем вмешиваться в эти процессы? Даже Россия себе не позволила их признавать за государство, так же?